Родненькие эмоции, они сверху. Внутри чувства. Наша душа говорит с нами чувствами. Через сердце чувственный мир нам вещает. Как, куда поступить, что сделать, как правильней. Это ничего не имеет общего с эмоциями. Эмоции, они рассчитаны на визуальные образы, визуализацию образов внутри нашего сознания. В сознании образы уже рождают эмоции либо злости, либо любви. Чувства, они всегда положительные. Чувства, не бывает отрицательных чувств. Заметьте, слово «чувство». Чувства только положительные, только нежные, ласковые, трепетные, любвеобильные, хорошие. А эмоции, да, эмоции – это уход вверх. Или вверх, или вниз. Но это уже, это следствие, это последствия того, что мы впустили в свое сознание. Если мы впускаем то, что нам сердце говорит, любовь, нежность, доверие этому миру, все, у вас транслируется, трансляция сознания начинается на именно положительное. На герцы, которые будут в следующих видюшках, я уже приступаю к нарисовочке.